находился в хостел. Такой номер. Сколько тут? Раз, два, три, десятиместный номер. Ну тут три человека. У меня еще три человека. Поэтому вот сейчас я отдохну немного. То есть подержу, пока телефон заведется, пока то, пока все. Да и пойдем в город смотреть. То есть мне еще не закупиться надо на завтра. Все купить, там тыры-пыры. Поэтому, благо с деньгами все наладилось. Поеду я завтра. Как и планировал. Также можно вздохнуть с облегчением. Я сам сейчас немножко очканул. Но благо есть друзья, которые выручат в беде. Мне друг живет тут в Варшаве. Как раз тоже из Беларуси. Он должен денег. Это нормально. Вот это называется верные друзья. То есть они могут выручить. То есть ты, конечно, мне придется потом вернуть, но это лучше, чем ничего. Скажу так. 25-го я ему верну, и все нормально будет. Сейчас я буду немножко полежу. Ну и пойду, конечно же, уже гулять по городу. Тут как раз недалеко конечка трамваев. Все вообще шикарно. Пойду по центру Варшавы погуляю. Может быть, даже засниму. То есть еще зайду мой на вокзал Варшава центральная. Потому что много мест еще надо сегодня будет посмотреть. Ну, тут надо больше времени. Вот так. Тут такая улочка. Пойду гулять по Варшаве. Проведу маршрут и поеду. Поэтому как-то так. Туда поставлю на улочку. Боже мой, дорогие друзья, вот как-то так у меня получились мини-приключения на свою голову. Ну, это нормально, это бывает. Со всеми людьми бывает. Если вы так будете менять, почему ранит столько средств, типа, прошли. Ну, знаете, скажу так, что у каждого человека бывают ошибки. И нужно эти ошибки исправлять. То есть учиться на своих ошибках. Вот так. Снимай, мы на нем сейчас приеду, кстати. Я не знаю. Тут ничего не конечно, но скорее всего для тебя можно.
ходить. Немножко можно по центру будет прогуляться. Пешеходный переход. Не ошибаюсь, туда. Да, на обувь я туда вышел. Все вообще шикарно. Miejskich i dalekobieżnych. Next station, Centrum. Convenient change to suburban and long distance trains. Ratusz Arsenał.
Gdańsku, Michała Gdańska. Уже в Варшаве стемнело. Сейчас поеду, еще в Бедранку заеду, куплю всяких причиндалов. Вот такое тут, как такая подземка. Я тем временем, ну, шкадраню США. Закупил, кстати, 129 злотых всякими продуктами домой. Думаю, это очень дешево, потому что если сказать прямо, то это выше на 60, чем там 65 рублей белорусских. То есть 30 долларов. То есть плюс-минус так 20 долларов. Это дешево. Как-то так. Сяду уже, от меня теша выходить. Еще пропущу свою остановку. Не знаю, там сейчас пока. Następna stacja. Warszawa Wschodnia. Stacja docelowa.
кстати. Поезд на через посты, кстати, вот. Похоже, скорее всего, я завтра поеду. Я и на месте пошел отдыхать. Вот в таком районе я живу. То есть на одну ночь остался. Тут уже мой хостел. Надо будет сюда заходить.